хрена. Ну, посему я лучше предлагаю. Это будет долго, конечно, но вот сделать По берегу. вот такую хрень. Это одно отделение пойдет. И другое Гольф, давайте с отделение запада пойдет. Гольф. как-нибудь вот так сделает и обойдет, и с юга еще одно зайдет. Вот так. Зимний маршрут, в общем. Гольф по западу. Какого С леса расстояния он наступает. идет? У нас как раз О, получится. человечек. Эх, Понял меня, типа. спидер, Негодник. как раз южное направление это будет сверху вниз, будут наши эти. А с западной стороны там тоже получится сверху вниз. Вернее, снизу вверх. То есть оба отделения будут выгоды выигрыша. Зеленки и перепад сразу будет. Да там в лесу уже начнутся там миссии. Ну Обычно да. это бывает. Нам что, у нас по взрывчатке что-нибудь как? РПГшки вижу. Пластида никакого не наблюдаю. Азарт здесь? Да. Там написано, в ходе зачистки станции был захвачен ящик с взрывчаткой. А, ну значит ящик, значит надо взять будет взрывчатку. Вот что, мы, этот ангар же он взрывается? Он взрывается. Мы можем повторить методику, как хотели сделать с взрывом ящики на миссии Кранутске. Взорвать эту сначала казарму, потом взорвать ящик. Также и здесь взорвать ангар, потом взорвать сами установки. Или расстрелять из РПГ, в конце концов, Из хотя нет. РПГ. Да. Потому что заходить через главные ворота, открывать их, там наверняка какие-нибудь сидят снаружи, еще ворота смотрят, и внутри будут сидеть. Уже гранатами закидать. Азарт очень хороший боекомплект, мне нравится. Ему надо будет очень, очень активно поработать с ГП, вообще прям все покрыть к чертям собачьим. Начните минутку, у меня заметки крашнули игру. Короче, тоже понял. Что за... Ладно. Мы еще не начинаем, мы пытаемся понять, какое деление с какого пойдет. Вот я Гольф запада. уточнить заход. Гольф запада. Гараж по центру. Предлагаю не атаковать. Договориться медным путем. Отдаем двух людей и уходим. Зачем Кара надо давать через двух спиртеры. людей? Нет, короче, спит, они гольф с запада. Там забор с сеткой или что? Эти двое пацана вешаются взрывчатки с Давайте другой вот так делаем. С ящик. дельта с D по G идут с востока. Чего-чего? А, или вы с запада хотели идти? Гольф с Заход. запада. Вот, ну, видишь, я уточнил запад, потом сразу на север. Вот так. Нездоровье. Там метку я нарисовал. Маршрут, вернее, нарисовал. То есть вот такой лучше, чтобы все отделения вышли на ангар сразу. То есть не втыкали где-то там, не залипали на подходах, там расстреливали их. Потому что вот эти вот северный вход и Не трогай, я жгу восточные. молот, сука! Бан. Оскорбление, Паша, записал, да. Бан. Ты зачем удалил Через мол? 15 минут стрима слышу, это бан получит. Стрима нет. Вот эта вот хрень на море, Облом. ты. Вот эта хрень на море, значит, она стоит, да, а серп и молот ты удалил. А что за хрень на заборе? Я так понял, вот эти вот На граждане, море. которые сейчас вот рисуют все и принимают участие, играть не хотят. Я могу вас освободить. Причем надолго. Не надо. Это как флот Я получается не или как верю, что? что ли? Да, это Да? флот метками. ПЗ. Да Паша, сколько пойдем там? в штаб вообще. Вот, кому интересно послушать туда, там без говна. Ну, а потом Мы не мне этих смолчим, да? всех рандомщиков никак собирать. Мы сейчас обсудим в штабе, и мы Я слушаю, да. кто в штабе будет два лида сидеть, и вот мы пойдем по плану, все остальные как эти дикие Все равно же не индейцы, слушают. Патони и солдаты. их расстреляют в упор просто как дебилов. ПЗ. Потом будут сидеть в спектаторе, ПЗ. волкать. Я слушаю. А может, гольф немного южнее зайдет ангаров?
С высоты? Ну и БМП-ку еще бы... А с высоты в чем проблема? Вы с восток... То есть такой восточный маневр, такой с юга на восток поворот, на запад поворот, вот это получается, в сторону запада поворачивать, юга. А, так, в том, на что вы подойдете... Да. Нет, стрелка у меня у нас восток справа, запад слева. Или ты про какой Стоп, маршрут? Я северный? Я что-то путаю, наверное. Ты про северный маршрут или южный? Изначально. Ну да, про западный, который на запад идет. Короче, ладно, не надо ничего менять. Так, пойдем. Сейчас я циферки поставлю, то мы путаемся. Вот, какой маршрут, один или два? Сейчас, мне надо, чтобы заметки прогрузились, надо в лобби выходить. Сейчас что-то заметить. На маршрут один. Маршрут один, вот. А, там важно зайти как можно ближе сразу, из леса выйти как можно ближе к этому ангару. Сломать забор или пролезть в дырку, положить взрывчатку под ангар, взорвать ангар, после этого взорвать РСЗО. Вот, вот это основная цель. В бой вступать только тогда, когда кто-то уже конкретно, вы увидите прям в упор, вы идете к нему, видите, или к вам зашли со спины. Тоже, кстати, смотрите, со спины будут забегать, как только начнется стрельба возле забора, или засекут вас, все, там полезут на вас со всех сторон. Тогда просто пускай Дельта идет с нами, с Гольфом. Мы их взрывчаткой нагрузим и себя. То есть это Каркарич, Махнус, Питер, Прайс, Кочегар, да? Да. Ну вот, хорошо. Остальные идут по маршруту 2, мы там пробежимся. И сходим атаковать. Что-то напишите, блин. Да, сейчас. А мы, наверное, вот как сделаем. Маршрут 1 это 100, наверное, будет частота. А маршрут 2 200. Вот. Понятно? Да. Без двига, без ничего? Двиги бы еще ставить. Сейчас двиг в рун номер маршрута. Что значит М? Маршрут. Маршрут. А к какому кто идет? Дельта, а не низ или вверх? Ну вот, вот эти вот. Давай сейчас проставим еще какие деления. Да просто Гольф и Дельта 1, все остальные туда. На 2. Я не вижу ваших меток. Заходи в лобби. Я только что зашел в игру, мне кикнула арма. Ты перезайди. Хлоркой в глаза. Видите G и D на первом маршруте? Вот вы идете по нему. Можете, конечно, не прям по этой линии заходить на базу, имеется в виду доходить до точки 1, там сворачивать. То есть можете срезать где-то там пораньше, зайти. Можете вообще вдоль зеленки параллельно подняться сразу на стрелочку. Смотрите по местности. Все остальные низ, да? Все остальные, да, мы сделаем такой крюк, бежим, потому что ну, наверняка какая-нибудь техника будет где-то ошиваться. А вот с этой вот высоты 140 там вид хороший или нет? Может... Ну вот, как бы нижний маршрут. Горка. Пиджаму, которая... Нет, просто по нижнему маршруту высота 140, вот там, где уголок тут. Горка такая. Не назвал бы квадрат, было бы легче. 101.039. Еще бы лучше метку поставил и не спорил. Точно. А тут зависит от дальности прорисовки. 3 километра. Смотри, у тебя лес с этого направления. И, скорее всего, через деревья ты мало чего видишь.
У нас просто гранатометы есть, там ГПшки, можно было бы застрелять. Так они же в ангаре стоят. Нет, я имею в виду народ застрелять. Да народ по кустам сидеть, по ёлкам будет. Это вообще, там, даже без вариантов. Окей. Ну все, готово, ну? Да. Стартуем. Так, взрывчатку из ящика не забудьте взять. Правый маршрут это какой? Второй или первый? Два. Окей, все. Вот так. Крепить мы 200. Так, взрывчатка, где взрывчатка? У нас тут умерший. Прием. Слышно. Лутаемся. Да, лутаемся, быстрее уходим отсюда. Они могут по зоне выходить, сюда могут прикатить. Мы же это не хотим. Так, кто может, возьмите взрывчатку. Сильно много не берите, потому что у нас транспорта нет, придется бегать. Краус. Ты не мой? Я нахрен сброшу. Вон там это, на свал есть. Вот он. На. Чё, кто-то едет? Так, все, пошли, 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 пошли. Кто едет? Это БПЛА, БПЛА. На 130 двигаемся. Ты тут? Это БПЛА летает. Ага. Спитер, ты тут? Да. Чё, там видно что-нибудь? Или ты не брал? Спитер. Он, наверное, во втором отряде. А, да. Визор. Спитер. Где ты? Да. Ты брал БПЛА? А кто брал? Кто был? Кто брал? Знаю, я вчера с АГБшкой. Верни же, что я брал. Вот GPS руби там по зеленому маршруту. Там же слот БПЛА или его выбили, или что с ним? Ну ладно, неважно. Нет, тут же жрать, да нормально мы дойдем. У командира Альфа БПЛА или нет? Ну ясно, мы бежим уже по маршруту. Правильно, на дороге бегать. Правильно. Ушел к себе. Выйдем наверх, посмотрим, может что-нибудь видно будет оттуда. У нас оптика у кого-нибудь есть? А, вы РПК с оптикой.
Хорошо. Маги видят нас. Кого? Бинокль надо? Не-не-не. Сами смотрите, я... Сейчас тут связь у меня будет. Репит еще будет. А была наша или нет? Наш, наш. Ну, он наш, но он не ничей, то есть он не взял десвод. Это бот, в смысле? Да. То есть он сейчас где-нибудь разобьется, да? Ну, не обязательно. Репит, прием. Репит, прием. Да, на связи я. Надо, ты с кем бежишь? С, на наш маршрут или на маршрут второй бежишь? Видимо, на второй я. Мне надо первый, да? Нет, нам на второй надо, нам на второй надо. На чистоту переходи, с 200-й мы на ней. Репит, а сейчас я метку дам, где мы находимся. Мы сейчас будем осматриваться, стоять, ты догоняй нас. Тем более мы тут устали. Сейчас будем отдыхать. Сейчас мы приблизимся, сейчас будет отдыхать на нас. Еще раз. Говорю, сейчас он приблизит, так, ну вот мы на месте. Сориентироваться надо первым пас. Ты как метку поставишь, дай знать. 137. Метку там. Группа 1-1. Ну да, на моем не увидим 300-400, давай. Вы в настройках срока лагает, нужно настройки поменьше сделать. Сейчас, секунду, я окно у себя открою. Так, все, я тут. Что-нибудь было видно? Нет, мне лес мешает. Так, репит, ты далеко? На 39 100 метров. Параллель, горизонталь 32. А, ты все рядом, да? Понял. Да, в гору тяну. Сейчас тебя ждем и дальше двигаем. На 190 сейчас пойду. Прием, первая. Первая группа, как у вас дела? Еще раз? Понял, ну вы аккуратнее, аккуратнее. Так, у первой группы вроде как, у них БМПшка катается где-то. Так что на нашем маршруте может только БТР быть. Тебе отдых нужен? Ну, стучит, но не сильно. Так, потихонечку двигаемся на 190. Не сильно бежим, просто на обычном шаге на таком. Не два раза W, а просто обычно. А
На час опушку леса, там вот эту просеку посмотрели, там никого не было. Ее не было видно с нашей позиции, сейчас смотрю. Которая на 220. Катается там БТР, БТР катается. Ёшки. Вниз тогда спускаемся, кто залегли на поле сейчас, налево. Чё? Налево уходим, налево в лес. Все, давай. Но он на нас не смотрел, он боком к нам шел, по-моему, он на гору забирался. Отлично, в лес также и по лесу идем. Также по лесу идем туда же по маршруту, потом уже. Башню я не видел его, но он катился наверх, тут мимо нас. Ну, отлично, значит сейчас БТР уберем еще. Он от нас ехал или к нам? От нас, от нас. Ну так, богом от к нам, нас, понял. Либо от нас. Понял. Сейчас нужно на 200 уже идти в гору, там как раз на сопку туда подниматься. Может быть, встретим. Трубы у нас сколько? Один или две трубы? Две. Отлично. Да-да-да. Уставшие есть? А у нас один трубач ушел правее, да? Визор, наверное. А он с ним связь есть? Он молчит. Это печально, то есть у нас тут одна труба. А кто с оптикой у нас? Посмотрите на 175 на гребне наверху, где такие желтенькие деревья, там что-то мелькает, как-то непонятно. Угу. Пока не вылазим. Не видно никого. Да. Угу. А справа. Где там? Да, а, там. Вон там. Там кустик. Желтенький, больше ничего не камни. Будем считать, что пиксель. Дальше идем. Нам бы хорошо технику зажечь до того, как мы на базу зайдем. Это взрыв попадания или взрыва техники? Первая группа, как у вас дела? Понятно, плохо. Связи пока с первой группой нет, помехи идут. Кто-то далеко там уже убежал. Где, справа от нас? Да, это я. Да, вон двое, кто там впереди. Прям по полю? Растянулась группа. Ну, сейчас соберемся сейчас. GPS уже у всех есть? У тебя, у меня. Понял. Ну, на вершине этой горы собираемся, в общем. Чтоб ориентир был какой-то. Все же поняли, на какую гору мы идем. На 200. Ну, 285, которая пиджама. Так, я устал. Ну, отдыхай, поднимайся. Мы там будем собираться. Всех собирать там. Да. Я надеюсь, там ничего не будет. Сюда ведь бэттер поднимался, нет? Сюда вроде бы, да. А, ну тогда давайте соберемся здесь, где есть. Пока шороха не слышно его, так что все нормально.
Метку передвинул, где мы находимся. Так что все. Здесь-то на метке РПГшник хотя бы один есть? Да. Хорошо. Ну, при удачном стечении обстоятельств, может, мы, конечно, его подорвем этим пластиком. Могу ошибаться, но вроде там 1.37 катает. Ладно, идем дальше. Направление 220, 210. Он на стоит в кружочке, там до пальцы лес. Тихонько двигатель да. Запускаю. А ему двигатель не надо, он башню крутит без запуска движка. Главное его не пропустить. Кто-то устал? А вот это уже РПГ было по технике. Мы уже на... Наш? Визор, ну, видимо. Рандомщик наш. Сильно уставший у нас есть? Да. А у тебя сколько килограмм? Сбросьте, может, рюкзаки, зачем он? Ну, пластик возьми, три рожка тебе хватит. Четыре точно. Прием. Слышно. У вас как? Это боль? Нормально. Вы там что-то выбили? Нет. А вы? Мы БМП убили. Принял. Точнее, БЕ. Принял. Метку на себя обновил. Где мы находимся? Скоро будем уже маршрут дальше. Давайте мы в дельту ждем у вас, чтобы уже вместе что-то начнем. Ну да, нам. Мы сейчас срежем путь, пойдем немножко покороче. Так, отдохнувшие все? Что-то я никого только на метке не вижу толком. Отдохнул там, кто у нас был старший? Да нет, никак не получается. Понятно. Как? Глядите. Это БПЛА я пригнал. А, во, репит, посмотри, кстати, БПЛА у тебя есть, посмотри, понаблюдай. Там теплак-то есть какой-нибудь подобие? Ну, что-то типа того есть, но он же не... Нам желательно маршрут наш этот посмотреть. А так у нас какой маршрут-то? Ну я обновил. Угу. Все, двигаемся. Иванчик отдохнул? Да. Еще раз. Отдыхаю, сердце адскими. Ты, короче, мы идем, ты на медленном шаге двигай. Понял? На 300 идем. А то я так чувствую, мы сейчас придем, наших всех там перебьют, мы будем в одиночку. Где-то в районе, возможно, точки 2, вот зеленая, где-то в тех местах. Понял. А, на этой самой, не в зеленке, сейчас попробую уточнить. Чего-то сидит? Нам до туда еще идти. Да-да, на востоке от... предположить...
обязательно метку, да. Понял. Понял, справа, там нужен. А, впереди. Огонь. На складе. Меня ранило. А кто там? Йо, где ГПШ где-то, по-моему, оттуда. Паша, это ваш маршрут нарисован? Да, я вот прямо пошел по мне спереди. Вон он лежит. По-моему, наш РПГшник пробежал. Впереди. На 310. На 300 коварь какой-то бьет. А сеточка наша вообще? Мануль. Паша, вы на месте или пошли? Ну я на месте ставил, я остановился. Кто-то пристрелил. Убили, да? Потихонечку, давайте потихонечку вперед. Я метку на себя обновил, где я. То есть не отошел метр. Они ровно с севера, там кто-то стреляет. Сейчас там вилки кто-то, по-моему. Знакомый стоит. Я вижу, ты мог выбить. Непонятно откуда идет. Так, уходим, они пристреливаются уже. Куда? Налево поднимаемся. Налево поднимаем. Это ты ГПшишь? Нет, я дымок туда, я стреляю. Наверх поднимаемся налево. Обходим. Вот труп лежит наш. Наш труп лежит. На юг, да? Мы поднялись, да, наверх. Немножко на юг. Не сильно далеко. Бетер вижу выбитый. Как раз на опушке, вот если мы поднимаемся. Да. Наверху вас, но вижу. Да, вижу. Так, нашего второго положили. Двигаемся по возможности вперед, именно этой хрени нашей точки. Нашей основной. У меня нет GPS, я же не знаю. Ну это на 310 примерно азимут. Там уже видно забор, даже видно отсюда. 310-320. Тут наших двоих кто-то пристрелил, я не понял вообще откуда кто. Оставь меня, ёлка. Со стороны бетера работа. Со стороны бетера по мне работала. А тут одиночные свои стреляют. Да.
вниз, чувак. Далеко вниз. На север, да? Вниз по склону. Ага, меня ловить пошел, значит. Свой бегу, опускаюсь вниз. Так понял. Тут их так, несколько, похоже. Понял. Тебя пролетела граната, так. Откуда? Тут их, он не один, по-моему, их несколько. Я уже задолбался перевязываться. В башку я ему прострелил. Дурацию возьму. Аккуратнее, он не один наверняка здесь. Так, репит, это ты там, да? Понял, лёг. Нет, лёг не я, я у дерева. Там трубачист меня не завали. Это я с трубой. Да, тяжелые будут 100 метров. Я рядом с меткой Рексар, наверное, дальше пойдем. А от Беттера куда двигаться? Да так же, 300 параллельно. У него РПГ есть, нам не нужен, да, уже он? А, нет, мы можем сейчас взорвать ангар и с РПГ расстрелять установки, когда он обнажит. У меня пулемет, мне просто некуда суп. Да ладно, бросай тогда этот РПГ, чтобы пластид есть. Вот еще вижу кого-то, а это наш с РПГшкой. Ну я вперед пошел, короче. Ты можешь РПГ взять, если оглянешься назад. Да. Я за Пашей двигаюсь. Около РПГ... Беттера? Я в Беттера. Или где? Нет, забрать РПГ где? В Вилке? Не-не-не, это вот чуть назад, вернуться надо. Могу стрельнуть. Одиночный выстрел. Кто бежит? Свой бежит. Видишь меня? Это тоже РПГ? Да, мне я две могу взять, у меня. Выше, 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 нет, повернись, повернись, повернись. Назад, назад, назад. Правильно? Еще правее, еще правее, еще правее. Еще правее. Нормально. Ты вокруг меня бегаешь. Нет, 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 нет. Блин, что такое? Сейчас я подойду к тебе. Вижу. А если Беттер взять? А колеса посмотри, есть у него там. А что за ПКМ? ПКМ, что за ПКМ долбит со спины у нас? Свой, свой. Печенек. Так, Беттер нельзя сесть. Колеса прикрутить надо. Я в него бросил медпакет, тебе нужно было, будет, наверное, ты свои использовал. Все взял, идем. Репит, ты там далеко ушел? Отметки в 100 метрах на север. Понял. Также 300 двигаем. Репит, ты там не пристрелился. По базе работаешь, печенек? Да. Понял. Раз, двиг молчит. Понял. Может, мы сделаем сдвиг? Давайте сдвиг. Работаете. Да, прием, да, пока, да, пока ПКМ наш работает. Свои, да. Свои. Не работайте по триггеру, уже зачистили все тут. Они в ангаре только остались. Понял, все, двиг, бежим помогать. Паша, двигаемся. Не-не-не-не-не-не-не-не. Пока рано, сейчас штурм будет потом. Сейчас главное дойти быстро туда.
давай пошли на это, на точку. Так, первую установку, по-моему, спалили. Это вы сейчас зажигаете там что-то в ангаре? Да, мы уже заходим, мы уже зашли зачищать. Убил в ангаре одного. Понял. Ребята. Там. Что, что, что? Остаемся на этом канале. Этот. Пока окей, этот. Скажите, где вы находитесь? Я подхожу уже к базе, метку 2 прошел. Подхожу прям к забору уже. Так, внимание, за забором, сейчас тебе скажу. Внимание, наша, на наша южной даже стороне есть один пехотинец. Только сожгли. Блять, на южной прям один он лежит у самого входа. Пацаны. К югу 2 пехотинца подтягиваются. ВНП сожгли, блядь. Сожгли. Паша, ты по диагонали на углу. Ну я. Это я, наверное. Сейчас у меня воздух пролетит, я дам тебе что-нибудь. Сейчас тогда ко мне подойду, чтобы не заносили лишнего. А кто не орёт, потому что на базе уже ложится? И пусть орёт. Ну там возле ангара трутся люди, но непонятно, да, свои. Да, наши. Чистят они. Живы. Приём, мы с юга подходим, как понял. Принят. У забора практически. Практически у забора уже. Принят. Приём. Можно общика вызвать? Да. Берус, Махно, Дмитр, прием. Пацанов положили, походу. Прям в ангаре принят. Мы к вам тогда переходим, Паша. Хорошо, давайте. Там, короче, в ангаре наших положили. Сейчас по ангару зарпуги хидам. Сзади от меня-то, идите, кто там есть. Стреляю зарпуга. Оккупант, иди сверху пулеметом посмотри с горы. Слева. Ага, хорошо. В забор сейчас лезу, буду взрывать эту хрень. Так, взорвать не получится, надо было забор ломать. Взрывчатка буду ломать сейчас. Слышно? Да, да, да. Взрываю сейчас, как понял. Дырка сделана в заборе. Ах ты хитрый бонзай, он поставил мешки с этим здесь. С южной стороны, в принципе, можно заходить, там никого не видно. Наши там попасть достаточно вальяжно, прогуливались и приняли прям в ангаре с целью. Ага. Вижу эти РСЗОшки. У меня одна труба есть, я могу, в принципе, вход долбануть. Там все входы открытые, можешь подойти. О, этот Азар есть там, Азар на связи. Тут с юга. Или его положить цели. Видно ее хорошо через дверь открыта. Гранаты сейчас накидайте внутрь в ангарда и все. Она такая бронирована. Мама. Там, наверное, живых нет. Ну, торма, все возможно. Там вроде горят эти. Кидаю гранату. А другие двери попробую открыть. Дым кинул, сейчас задымим, посмотрим. Там два наших турпика лежат. Там, скорее всего, этих в контейнерах сидят чудики. Можно попробовать здесь дымов накидать и пройти. Да, да. Наша? Да, да. Наверное, в казармах сейчас. Откуда?
Да там доктор бегает, Откуда? Откуда? Такой заходишь, когда что-то говорят свои, там все чисто, ты заходишь, все убивают. Да, втроем зашли, да. Такие начали уже убираться. Да он даже господи без гранаты. Я вижу внутри. Где он там? Он договорил. Доктор какой-то. Он еще сейчас затащит и... Да. Я, а где он был? Стою, как нормально, он? Он в дыму прям был. Он прям в дыму стоял. А его не видно, ни хрена. Ой, все. Не надо было здесь. А Зоник вообще вступает, не знаю. Ты старался. Трен за Зоника. Репит видел Зоника или что? Ну все. Репит АФК что? А репит на БТО. Как там было много народа. Мимо репита Зоник пробежал. Роксар, он с РПГ бегает. Ищет, кого бы выстрелить. Своих выстрелит, убьет всех как бы внутри, короче, и все. Злой, злой. Вон ребята стоят. Так мы зашли нормально, все, убили внутри на базе. Его реально в дыму не видно бы, я вообще охренел. Меня стреляют, непонятно откуда. Клиника судна минимально стоит, как в кусте, короче, краба. А там все белые такие были? Нет, он один. Ой, мы вчера убили. Да. О, троих убил даже. О, четыре. Хорошее начало.